24 сентября состоялся кросс наций, который проходил в более 80 регионах нашей страны. В Сухоложском забеге в основном участвовали дети школьного возраста из разных учебных и воспитательных учреждений. Оказалось, что кроме участников забега и их руководителей, мало кому было известно о происходящем мероприятии всероссийского масштаба. Болельщиков и участников, особенно взрослой возрастной категории, было немного. А точнее сказать, единицы. Лишь учащиеся школ, скорее всего, в принудительном порядке составляли массовость мероприятия. И даже для этих ребят организаторы забега не предоставили соответствующие условия, хотя бы для размещения вещей и отдыха. Почему в атмосфере такого масштабного мероприятия наши земляки не проявили себя, хотя бы в качестве зрителей? Нет интереса к здоровому образу жизни или нет организаторской подготовки и оповещения населения?